Усталый Зевс, все нормально. Добрый вечер. Грядет. Буквально вот, грядет с минуты на минуту то, чего вы все так ждете. Ну, я имею в виду поход домой, да. Совершенно верно. Нет, конечно, не награждение. Пока мы его готовим. Вот, у нас есть старая, добрая, замечательная традиция. У нас люди. Да, ты! Нет, не сейчас! Что возможно? Так вот, это тоже, кстати, хорошая, старая, добрая традиция, но пока не сейчас. У нас традиция есть, друзья нашего фестиваля награждают понравившихся им участников. Вот, у меня сейчас должны были скопиться, да, вот немного людей, которые хотят сказать пару слов нашим дорогим участникам, поэтому так же, как и меня, вы же меня любите, да? Я тоже вас люблю. Всех бы расцеловал. Вот так же тепло поддержите, пожалуйста, их. Передаю микрофон моим коллегам. Из номинации «Альтернативы». Я очень буду все правильно говорить название. Замечательная русалка по Лиге Легенд.
большие молодцы. Поэтому вручаем вам пригласительные для вашей команды на фестиваль. Естественно, ждут вас в гости к себе в Кемерово. Так, у меня еще точно был кто-то один, а? Ну что, здравствуйте еще разочек. Да. Мы сегодня еще параллельно в роли от игрового фестиваля Budline Open, который проводится в Кемерово и в Новокузнецке, то есть, соответственно, два раза в год. И тоже мы сегодня выбрали участников, которые нам очень сильно понравились, которых мы хотели бы также пригласить на свой фестиваль, чтобы поучаствовали в конкурсе косплея. Небольшое вступление, чтобы вы поняли, что это. В первую очередь, это игровой фестиваль, и он является одним из крупнейших за Уралом. То есть, например, летом, когда он проходил в Кемерово, у него пришло 4000 зрителей, прям он огромный. Косплееров там очень любят, сам конкурс небольшой, но очень-очень важный. А еще хотелось бы, знаете, так маленечко сказать, там очень прикольные такие призы. Например, уже есть участники, да, они выиграли. У нас было в призах отпариватель, селфи-лампа и гравер. Вот. И первых, кого мы хотим, участники, в первую очередь я хочу вам сказать спасибо. На самом деле было крутых участников намного больше, но, к сожалению, нам выделили только 5 призов. И мы были вынуждены такую очень густую призу. Мы хотели играть человек 30, но, к сожалению, да, если что, конечно, не хотите. Быстренько, Пикюнечку отдали, приз забрали, все, идем дальше.
участие в конкурсе Йонкома. У нас она была. Награждается Клавиама! Возможно, даже на экран выведут ее работу. Это было бы очень здорово. Но, в любом случае, Клавиама, где ты? Вот, отлично, отлично. Не-не, вот вроде ведет ты что. Нам дым опустили, ее не видно. Скрыли за дымом. Пятюнечку, пятюнечку! Победу в конкурсе «Арт» получает Чульманский Ди. Вот это да, победитель. Где ты? Вон он бежит, 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 бежит. Иди получай свой приз и пятюнечку. Фестивальная пятюнечка. Иди-ка сюда, иди сюда. Идем дальше. Победитель конкурса «Фанат» Светлана Барт. Светлана Барт, ты здесь? Мы ее не видим. Ладно, хорошо. Отложим стороночку. Может быть, она еще явится. Фотокосплей. Победитель в конкурсе «Эйджи Флау». Все было выполнено. Его здесь сегодня тоже нет. Хорошо, отложи. Если приедет, придет, мы ему отдадим. Победитель конкурса «Шорт АМВ» Фрау Хаку! А это, если я правильно помню, был отметил Герсоли. Пятюнечка фестивальная, вот! Идем дальше. Победитель конкурса «Видеокосплей» Джек Спей. Они здесь сегодня присутствуют, или их представители? Девочки, они работают, будьте выглядят. Потрясающий, на мой взгляд, конкурс – это чиби-дефиле. И победителя чиби-дефиле Ольга, выбегай сюда и получай свой приз. Где ты? Вот она бежит, бежит, бежит. Он уже наша Алиса. А будет первый. Держи рунничка. А ты тюлечку? Наш второй победитель конкурса «Чиби-дефиле» – это Артемий Колеса! «Чиби-дефиле» – приз за участие получает «Монохром Моши». Где ты? Отличный образ, Азер Мьюзик Дефиле. Ну что, да? Ну давай, давай, подстрелим! Издевательная пятюнечка. Оп, пятюнечка. Дефиле получает команда «Какая разница?». Ну
место получает Тори! Yeah.
рок. Групповое дефиле. Азия дефиле, естественно. Лучший костюм получает Яширо Криста. Thank you.
Героический косплей и наш сладкий подарок. Голубые голуби! Погорома говорит благодарственные слова. Давайте еще
скажет большое спасибо нашим замечательным организаторам. Поблагодарим их за фест большое. Нет, не говорю. Это все потом. Огромное спасибо Алексу и Петьке за то, что отработали эти два дня со звуком и видео. Это было потрясающе. Конечно же, Ицуми за свет. Мое личное мерси. Всем, всем, всем огромное спасибо. Кого не назвал, прошу прощения. Я вам тоже крайне благодарен. Просто сейчас уже не вспомню. Все. Всем спасибо, ребят. До скорых встреч.